Вот что говорит сама актриса о своих детских мечтах. Я в детстве была застенчивой, но выступать мне нравилось. Мне родители рассказывали, что я постепенно пела все громче и громче, а уж потом вылезала и забиралась на стул. В 1990 году Екатерина поступила в ГИТИС, хотя родители до последнего не верили, что она сможет это сделать. Местами она была даже убедительна, но это только местами. Все же пожелаем актрисе творческих успехов.